Всем привет! Перед началом просмотра этого обзора не забудьте поставить лайк, этим вы помогаете развитию канала. Также не забудьте нажать на колокольчик оповещений и подписаться на канал. Всем подписчикам, кому интересны будущие темы обзоров, приглашаю в группу в Одноклассниках, выкладывайте там фото своих строек, вход в группу на главной странице канала. Также, кто хочет узнать о монолитных домах из железобетона более подробнее, какие у них плюсы и минусы, какое первое утепление, рекомендую для начала просмотреть плейлист «Монолитный дом. Плюсы и минусы». Этот обзор находится в этом плейлисте. Смотрите по порядку, так как этот обзор – продолжение прошлых обзоров. Теперь поговорим о микроклимате в монолитном железобетонном доме. Что вам нужно для нормального микроклимата? Первое – это тепло. Второе – хороший воздух. Третье – оптимальный уровень влажности в помещении. За влажность в помещениях отвечает гигроскопичность материала – стен. Что такое гигроскопичность? Это способность материала поглощать и отдавать влагу. Слово имеет древнегреческое происхождение. В дословном переводе означает «наблюдение за влагой». Давайте посмотрим пример с тканями. Если ткань способна поглощать влагу, у человека появляется ощущение комфорта. В пространстве, окружающем кожу, всегда будет присутствовать благоприятный микроклимат. Все мы с вами пользуемся тканями из хлопка. Нам в такой одежде более комфортно. И только сверху одеваем одежду из синтетики, к примеру, куртки. Так и со стенами из монолитного железобетона. Для нормального микроклимата их надо штукатурить слоем 20 мм. А сейчас покажем вам наглядный эксперимент с одним из подписчиков этого канала. Кстати, да. Здесь продувает. А какая разница? Нам на высыхание надо. Ну, давай в двух местах. Какая стенка у нас быстрее высохнет? И вот здесь еще. Естественно, высохнет внутри штукатурки. Да? Ее впитывает. Ты так думаешь, что штукатурка быстрее высохнет? Ну, визуально я вижу, что штукатурка уже впитала. Она впитала, но это не говорит о том, что она высохла. Ну, бетон? Бетон, он себя... Он втягивает. Не впитывает влагу вообще. Бетон? Да. Это есть его минус. Что он не втягивает влагу. Угу. Но этот минус нивелирует именно штукатурка. Ну вот представь, у тебя дома бетонные вот такие стены. Вот здесь еще они остались. Бетонные стены. То есть вся влага, она на поверхность собирается и начинает стекать. Ну, при определенных условиях, это при определенной влажности, при определенной температуре. То есть процесс высыхания, вон, бетон уже начал сохнуть. Процесс высыхания немножко, конечно, он будет более длительный. Мы камеру сейчас отключим на минутку и попозже включим. Хотя он даже прям заметно начинает. Заметно, да. А здесь еще влажность выходит. Здесь прямо на глазах. Да. Итак, вы наглядно видите эксперимент, в котором участвуют два материала: железобетон и гипсовая штукатурка. Железобетон, когда он имеет температуру плюс 20 градусов по Цельсию, моментально выводит влагу из себя. Этот опыт описан в прошлом видео «Паропроницаемость. Монолитный дом. Миф и реальность». Железобетон при такой гигроскопичности почти не берет в себя влагу. И в таком доме микроклимат по влажности будет некомфортным для проживания человека. И чтобы микроклимат был комфортным для проживания, нужно наносить на стены штукатурку, которая при высокой влажности забирала влагу в себя, а при низкой отдавала ее обратно вовнутрь помещения.
Слой гипсовой штукатурки нужно наносить в районе 2 см. И в большинстве случаев штукатуркой мы выравниваем свои стены. Когда мы выравниваем стены, слой штукатурки может быть от 1 см и выше. Но средний слой штукатурки гипсовой в комнате должен составлять в районе 2 см. Этими работами мы делаем идеальную геометрию стен, углов помещений, идеальную плоскость. Также штукатурка служит в качестве утеплителя, но только внутри помещения. Она нас защищает от более холодного бетона, так как температура нашего тела выше температуры железобетона почти на 16 градусов. При прикосновении к бетону рукой мы ощущаем холод. Если мы прикасаемся рукой к гипсовой штукатурке, то мы не ощущаем такого холода, так как у гипсовой штукатурки очень низкая теплоемкость. В итоге, что мы получаем? Более комфортный дом с регулируемым оптимальным уровнем влажности для помещений, смотрите на таблицу, но при помощи именно штукатурки. Смотрите, сколько какой материал может накопить в себе влажность. Вот железобетон 2%. Далее у нас газоблок 8%. Вот гипс перлитовый, ну тут гипса не было, но он примерно 10% накапливает. Вот такие показатели, какой материал может сколько накопить влаги. А теперь мы возьмем и посчитаем на калькуляторе. Дом 10 на 10. Это у нас получается площадь стен. И умножаем на 2 сантиметра. То есть получается вот такой объем материала. Сколько он может сохранить в себе максимально воды набрать? Ну, если 10%, это получается 240 литров. Это при такой маленькой толщине 2 сантиметра. И вот с помощью гипсовой штукатурки спокойно в доме может поддерживаться микроклимат. 2 сантиметра, 240 литров. Что же мы будем говорить о стенах из других материалов, которые более толстые? Есть некоторые подписчики, которые хотят стиль бетон. Сейчас, видно, он модный стал, кому что нравится. Так вот, все это делается с помощью декоративных штукатурок, в том числе и фасад здания. Нельзя оставлять открытым бетон. У вас будет сухо, как в пустыне, или влажно, как в лесу после дождей. Микроклимат будет ужасный. Нельзя на бетон сразу клеить обои. Обои отвалятся. Не в первый год, так во второй. Нельзя на штукатурку клеить виниловые обои. Если вы наклеите уже на готовую штукатурку виниловые обои, то фактически у вас эффект будет это теплица, как будто вы в парнике находитесь. Виниловые обои – это гидроизоляция, по большому счету, только декоративная с внутренней, внутри помещения. Давайте посмотрим еще общение с подписчиком, его впечатление о штукатурке. То есть мы здесь наглядно видим, что бетон высох практически, а штукатурка гипсовая, она сырая. Сейчас мы посмотрим, как сделаны стены. Об этом будет отдельный обзор, но зимой. Штукатурить. Ну а как тебе штукатурка? Штукатурка идеальная. Мне показалось, что это вообще затирка. Тебе показалось, что это вообще затирка, да? Да. Технологию расскажу в одном. Ты у нас эту технологию уже сейчас узнаешь, я тебе расскажу. Всем, кто хочет строиться, расскажу позже в одном из видео. Быстро и легко. Главное, идеально. В заключение хочу сказать, что мы в очередной раз разбили миф, что монолитные железобетонные дома очень плохи по микроклимату. Кто говорит, в них сухо, кто говорит, в них сыро. С помощью обыкновенной штукатурки мы микроклимат в доме делаем нормально. Подписывайтесь на канал,
оставляйте, пожалуйста, побольше комментариев. Очень это интересно. И не забудьте палец вверх. До новых встреч!